Развитие современных технологий привело к неизбежному появлению новых видов транспорта. Один из них — электросамокаты, которые сначала наводнили весь штат Калифорния, США, где питают особую страсть ко всему электрическому, а потом буквально захватили крупные страны Европы и в этом году получили стремительное развитие в России. Но это, пожалуй, именно тот случай, когда мир оказался не готов к такому повороту событий. Начнем с того, что почти во всех странах нет четко сформированной законодательной базы относительно электросамокатов, поэтому их водители чувствуют себя совершенно безнаказанно, двигаясь по автомобильным магистралям в левом ряду, хорошо, если не по встречной полосе, объезжая пешеходов и не используя хоть какие-то средства безопасности. За время путешествий по Европе в этом году только в Швейцарии я видел аккуратного водителя электросамоката, в шлеме, на локотниках и всеми делами. В остальных же случаях электросамокаты водят безобразно. В одном только Париже количество такого транспорта уже превысило 20 000. Аналогичная ситуация наблюдается в других странах. В этом не было бы особой проблемы, вот только электросамокаты способны разгоняться до скорости в 35 км в час, а у их пилотов не всегда есть желание надеть тот же шлем, не то что двигаться по специальной полосе. Отсюда большой риск для автомобилистов, которые могут не заметить мелкий объект на дороге, но еще больший для переходов. Электросамокаты часто можно встретить на обычных пешеходных дорожках, и по сути это все равно, что пустить на тротуары общего пользования автомобили. Водители самокатов не стесняются разгоняться до 20-30 км в час, чувствуя себя на гоночном треке и обгоняя пешеходов одним за другим. Поэтому они часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, например, в этом году в том же Париже водитель электросамоката насмерть сбил 81-летнего пешехода. В 2018 году аналогичный случай произошел в Москве, где 34-летний москвич задавил пешехода, 88-летнего мужчину. Он управлял электросамокатом Айсвилл S8, который весит 18,5 кг и может развивать скорость 35 км в час, для пожилого человека такое столкновение оказалось смертельным. На самом деле случаев ДТП с электросамокатами много во всей Европе. СМИ часто пишут только о происшествиях с летальным исходом, но в действительности почти каждый день водители таких самокатов совершают наезды на переходов. Кажется, пока реальную опасность электросамокатов осознают только на их родине, в Калифорнии. Так, в 2018 году власти Сан-Франциско обязали сервисы по прокату электросамокатов убрать их с улиц города. Теперь чиновники выдают разрешение, которое рассматривает транспортное управление СМТА, поводом стали жалобы жителей, которые утверждают, что водители быстро ездят по тротуарам и паркуются в неположенных местах. Эта мера позволила убрать с улиц малоизвестные стартапы по прокату электросамокатов, но в отношении самих водителей мер пока нет. Им даже не обязательно надевать шлем при движении. В Испании после еще одного летального исхода ДТП с участием пешехода и электросамоката тоже задумались об урегулировании. Власти страны хотят ограничить скорость движения таких транспортных средств до 25 км в час, а также обязать водителей самокатов проходить проверки на алкоголь и наркотики. Но необходимой законодательной базы для этого по-прежнему нет. На самом деле пилотирование самокатов тоже далеко не такое безопасное. Нередки случаи, когда электросамокат неожиданно для владельца начинает тормозить, и это на максимальной-то скорости. Итог чаще всего печальный, водитель перекатывается через самокат и попадает под ближайший автомобиль. Почему так происходит? Качество сборки электросамокатов оставляет желать лучшего. Может произойти разрыв кабеля, который соединяет датчик холла мотор колеса с контроллером, а если это случится в движении, самокат выполнит экстренное торможение. Или возникнут проблемы с силовыми кабелями, которые питают электромотор. Ну и банальное повреждение колеса на высокой скорости тоже никто не отменял. Очевидно, без законодательной базы водители самокатов продолжат беспределить на дорогах. Как минимум необходимо ограничить их скорость движения по тротуарам, но и заставить водителей носить элементы защиты, как это недавно реализовали в том же Нью-Йорке, в идеале вообще право выдавать, но это пока из области фантастики. Но пока непонятно, когда это случится, власти большинства городов пока не подозревают, насколько электросамокаты, точнее их пилоты, осложняют жизнь пешеходам и водителям автомобилей. Электросамокаты получают такое широкое распространение, что этот сегмент рано или поздно придется законодательно урегулировать. И речь не только про Россию, но и про весь мир, я часто во время командировок по Европе сталкиваюсь с безответственными водителями такого транспорта. Даже в Испании, где множество дорожек для самокатов, они все равно выезжают на проезжую часть, провоцируя аварии с автомобилями и пешеходами. И летальные исходы таких ДТП свидетельствуют о том,
насколько это опасно, ведь самокат с водителем весит около 100 килограммов, и если он едет со скоростью 35 км в час и врезается в другого человека, степень опасности очень велика. Регулировать надо, но как, пока непонятно. Возможно, стоит вводить возрастные ограничения или даже выдавать право на управление электросамокатом. Уверен, в ближайшие годы мы увидим что-то подобное в странах Европы и США, считает главный редактор high-news.ru Ренат Гришин. Схожей позиции придерживается и глава медиагруппы AI10.ru Михаил Королев. Конечно, беспредела на дорогах со стороны водителей электросамокатов быть не должно. Но я пока не могу себе представить, как это будет регулироваться. Ну и не стоит забывать, что все беды не от самих самокатов, проблема в степени адекватности людей, которые ими управляют. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.